Сегодня белорусское здравоохранение не только держит вирусный удар, но и продолжает оказывать плановую помощь по всем направлениям. А вы, наверное, слышите, что в соседних странах, да и в других, при серьезном подъеме вирусных заболеваний сегодня плановая помощь отменяется аж на 3-4 недели. С такими врачами, которые сегодня отдают свои сердца и труд во имя выздоровления наших людей, нам ничего не страшно. Особое спасибо ученым, чьи разработки в различных сферах помогают внедрять новейшие технологии и успешно конкурировать на рынке. Преподавателям, закладывающим благодатный фундамент знаний, на котором вырастет высококлассные специалисты. Благодарен тем, кто своей профессиональной стезей выбрал сохранение исторической памяти, развитие культуры и искусства Беларуси, помогает нам не отрываться от родных корней, вносит поистине бесценный вклад в духовный код нашего народа. Слова признательности хочу адресовать белорусским аграриям, скромным и, как принято говорить, процедитым людям, тем, кто своей работой кормит страну. Но все перечисленное благополучие возможно только в таком государстве, где царит мир и согласие, а не как воздух. Когда есть, их не замечаешь. Среди награжденных сегодня широко представлены люди в погонах, под защитой которых государственная граница, безопасность страны, да что там говорить, жизнь каждого из вас. Спасибо за службу, верность и решительность в противостоянии всем внешним и внутренним угрозам.